Так, здрасте. А что, надо записать видео про покерабилити. Про занятия покерабилити. Ну, что я могу сказать? Как все начиналось? Как эта история пошла? Она зашла в мою жизнь полностью, целиком. Короче, была просто реклама. Какая-то где-то, не помню, то ли где-то. И, короче, вот такая там образовательное мероприятие по изучению покера, покерабилити. Я пока еду за рулем, просто некуда. Вот решил сейчас быстрее записать. Вот. И думаю, да, опять какая-то шляпа, короче. Сейчас тебе что-нибудь впарят, там, какую-нибудь мелочевку и все. Ну, зашел как бы там приветственное видео от Петра было. И, соответственно, я его прослушал. Ну, не знаю, что-то Петр меня зацепил, как бы. Ну, я не знаю, в его словах какая-то была истина. Ну, вот, и это. Ну, стоило это 19 с копейками. Но с учетом того, что там, между прочим, возврат от них очень большой. Там, потому что на разных покер-румах играешь, отыгрываешь там по 40 баксов. То есть там, грубо говоря, по полстоимости курса ты себя отыграешь. Ну, главное, как бы нормально играть, а не минус. Но для этого они и стараются, собственно, да? Вот. И, короче, ну, зарегился, то есть, ну, все, и как бы начал обучение. И то, при том, я хотел отложить обучение, там, в связи со здоровьем были некая проблематика. Они такие, хоккей, типа, не вопрос. Ну, то есть, нормально подходят ко всему, то есть, и если какие-то трудности у человека, то есть, да, они как бы все это решают. Вот. Сам формат обучения, я еще с другими людьми пообщался, ну, пока там обучались. Они говорили то, что сам формат обучения намного лучше, чем в других каких-то покерных школах, как бы. И мне тоже самому понравилось. На самом деле, курс обучения, он у нас вот заканчивается на этой неделе, буквально через несколько дней, был настолько интенсивный, как бы. Изначально Петр говорил, что как бы готовьтесь как бы к экшену. Ну, я такой, да, к экшену там, ну, типа, да, да ладно, что ты. А потом оказалось, что действительно так оно и есть. И, соответственно, обучение было плотным. И самое, что главное, оно было построено, ну, то есть логически последовательно. То есть одна тема была сопутствующей к другой теме. То есть, и, соответственно, друг за дружкой все шло. То есть поставлен процесс обучения очень качественно. Какие еще плюсы? Соответственно, за месяц, вот за этот месяц, то есть ты единственный там, ты как бы этот... Понятно, ты все в свою голову вложить не можешь. Ты можешь вложить какую-то только часть, да? Соответственно, есть понимание, как бы, по какой программе дальше действовать и работать. То есть, что конкретно изучать, зачем изучать и что вводить в свою игру. А вот этот еще один плюс огромный. Как мы тут ехали на автобусе? Да, мы тут. Вот, что еще? То есть стоимость, в принципе, не такая. То есть, получается, ты отыгрываешь там свою, там стоимость 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей за такой пакет и как бы классных знаний. Это действительно. Кто хочет, тут реально, то есть, от этих занятий получит какой-то плюс, то есть, в своей жизни, то есть, и будет. Ну, вот после этого обучения, то есть, я вот уже катаю на NL5 и NL10. То есть, и в принципе, то есть, ну, какие-то там бывают. У меня просто проблема с банкрот-менеджментом. Я мучаюсь с этим уже сколько лет. Ну, ладно. И, то есть, соответственно, после этого обучения можно на NL10 точно можно как бы играть. То есть, не вопрос. То есть, главное, чтобы подходить. Это обучение, это как одна книжка была, это как бизнес, да? Это тот же самый бизнес. Вот, советую, кто, может быть, будет смотреть это видео, советую обратиться к Петру, в его школу. То есть огромное количество информации, стоит прям вообще недорого, прям дешево. И этот, ну вот, и само обучение как бы очень полезное у нас. Ну, если кто хочет заниматься покером. Покер же как шахматы.
Ну и вот. Так что советую, ребят. Кто вот сейчас меня смотрит, прям советую именно туда прям. Не пожалеете, на самом деле, если подойти с умом к этому делу. Все, так что давайте.